Вы на канале Суперзима Бейблейд. И сегодня у нас будет большая битва Джо Рюрикова, который сражается с карающим Джокером. Бросил вызов Волтаои. Он хочет победить Волтаои. И что интересно, в предыдущем видео мы тестировали в битвах трех Волтроеков из четвертого сезона. И Джокер победил их всех. Ребята, я надеюсь, вы видели это видео. Это был обзор карающего Джокера. Ссылочка на это видео есть в описании. Есть. Сегодня я попробую отыграться в большой битве до 3 очков. И я добавлю еще 2 Волтроеков. Вот таких, мега сильных. Сегодня будет горячая битва. Мой карающий Джокер победит их всех. Всех победит? Да. Не думаю. То была тестирующая битва до 2 очков, а вот до 3 все будет по-другому. Держись. Я предлагаю сразиться. Матч-реванш для Слэш-Волтроека. Матч-реванш для Космо-Волтроека. Мега выносливого. Тебе просто повезло его разбить. Я же их обоих победил. Победил. Ну тебе повезло. Сегодня матч-реванш. Грэнд Волтроек, мега сильный тоже. И вот тут ты вообще не выстоишь. 2 Чозет Волтроек. Ну, держись. Первая битва со Слэш Валькирией. 3, 2, 1. Действительно разбивает Джокер Волтроека, Слэш Волтроека. 2-0, я еще могу попробовать отыграться. Но мой наконечник где-то улетел. Я выиграю в 4-0. Все возможно, не знаю, я теперь уже не знаю. Второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Да что же это такое? Все. Есть, ну я победил, все там. 3-0. Хотел в 4. Хотел он в 4-0. Mm-hmm. Ну действительно, все, у меня теперь сомнений нету. Побеждает Слэш Волтроека твой Джокер. Действительно так. Но посмотрим, сможет ли он разбить или перекружить Космо Волтроека. Mm-hmm. Первый раунд. 3, 2, 1, вперед! Ударчик! Ого, ударчик! Плюс 1 разлет. 2-0 у тебя. Второй раунд. 3, 2, 1. Держись, Космо Волтроек, держись! Точно так, как в прошлой битве. 3-я битва. Грэнд Волтроек. Первый раунд. 3, 2, 1. Вперед! Я опять разбил. Я прям не могу понять, что это происходит. 2-0 опять у него. Опять 2-0, опять разбил. Второй раунд. 3, 2, 1. Вперед! Тактика убегать. Не получается. Не выбил. Не выбил, но опять 3-0, ребята. Вообще не могу понять. Он же на жесткой пружине. На вращающемся, тоже достаточно выносливом наконечнике.
Но вы видите, насколько большое преимущество у этого Джокера. Вот так Джокер, вот так Джокер. И загадочный Джо Рюрикова. Вот это заявочка на победу. Но давай-ка теперь Чозет Валтраека. Ведь эти бы одни из самых сильных. Одни из самых сильных Валтраеков. А ну-ка давай первый раунд. Три, два, один. Вот это был ударчик. Очень сильный, но оба выдержали. И опять в первом раунде взрыв. Что это ты делаешь такое с этими боями? Я не могу понять. Как, Тима? Я просто их запускаю. Как? На пружине, на жесткой? Это же ребут-наконечник выносливый. Как? Я бы их просто запускаю. Может быть, я запускаю чуть-чуть сильнее. Чуть-чуть сильнее он запускает? И от этого разлетаются? Да. Он бы останавливался, бы перекруживал, а не раз... Вот так Джокер, вот так Джокер. Вот так каратель, а? Ничего себе! У него опять 2-0. Второй раунд. Держи своего Джокера. 3, 2, 1. Сера! Удар! Что? Что? Я опять выбил. Со счетом 3-0. Опять он победил. Ну, я просто в шоке. Я, ну, не ожидала. Я просто не ожидала, что он вот такой вот. Но у меня есть еще пятое оружие. Чё за это, Валтраек? Базовый. Такой же, как в мультфильме. На резиновом наконечничке. Супер атакующий. Держись, первый раунд. 3, 2, 1. Ой-ой, выбил, накруживался, но выбил. Ну ты уже падал, я думала, все, есть победа у меня в руках, удалось остановить, но выпал. Выпал в ловушку мой Валтраек. Но 1-0. Я отыграюсь, я чувствую, отыграюсь. Второй раунд. 3, 2, 1. Видел? Я тебе поддался. Видел, как это ты мог поддаться? Что ты придумываешь? Как можно поддаться? Ничего подобного. Просто чё за этого траектория? Тут невозможно поддаться. Невозможно. Невозможно. Просто. Он бы тогда бы остановился, а не разлетелся и улетел в ловушку. Поэтому я наконец-то взяла очки в этой сегодня мегабитве. 2-1, я вырываюсь с Чозет Валтраеком. Вперед и третий раунд. 3, 2, 1, вперед! Дальше мне в тебя попасть! Ого, гоняешь, ничего себе, какой удар! Заряд! Разряд! Есть! Ну, хотя бы один Валтраек, хотя бы один смог взять победу. Все-таки не в сухую я сегодня проиграла. В 4 битвах победил Тима, но хотя бы в одной победила я. Но все-таки Чозет Валтраек очень сильный бей. Ну и Джокер меня просто поразил, я не ожидала от него такой силы. Ребята, пишите в комментариях под видео, какие вы хотите еще видеть битвы с карающим Джокером. Мне этот бой очень интересен. И мы еще будем снимать битвы. Будем, пишите, какие вы хотите видеть. И интересно, ну конечно, с Фениксами интересно. И со Спрайзенами интересно, да? Да и вообще можно было бы и с Фафнерами. Пишите, ждем ваших комментариев. Нажимайте на лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое следующее видео. И на вот такую огромную красную кнопку. Обязательно! Subscribe! Подписывайтесь! Кто еще не подписался?
Ждем вас в следующем видео. Пока-пока.